текст. Меня до сих пор трясет. Я как представлю, что премьера могла сорваться из-за какой-то суфлерши. Глянь, она меня доконает. Бабе под 30, она все туда же. Вылупится на меня своими глазищами и смотрит. Она вечно забывает текст. Что? Что день грядущий мне готовит? Небо мой взор напрасно ловит. И завтра ты встретишь свою любовь. И она будет взаимной. Быть не может. Встреча произойдет на катке. Почему каток? Какой каток? Встреча произойдет в 16:00. Да, вот. Он будет в красном свитере. Да я его и так узнаю. А что, неужели и цвет можно в чашке рассмотреть? А как же? У меня с Майей Павловной уговор. Я действовал четко по плану. Красный свитер, белый шарф, каток. Люся в белой юбке. Ну что непонятно? Ну какие ко мне могут быть претензии? Решили подшутить надо мной? Погадать на чашечке и подсунуть мне вот это? Я правда гадала тебе по-настоящему. И было там все. И каток, и вот свитер красный, и любовь взаимная. Значит, это вы?